русское ковроделие было известно еще издревле. То есть в самые отдаленные времена наши далекие бабушки начали делать ковры. Орнамент за орнаментом, национальные символы руками мастера вновь оживают на войлочных коврах. О технологиях создания истингов и об их орнаментах воспитанникам кружка рассказывает Зайнаб Дзарахова, доктор исторических наук и профессор. Цвет истинга и его орнамент несут в себе сакральный смысл. Здесь нет случайных деталей, как и нет случайных людей. Каждая воспитанница мастерской надеется освоить древнее искусство ковроткачества, чтобы в будущем передать навыки и умения своим потомкам. Узнала, как шить, как раньше изготовляли наши ингушские женщины ковры. Узнала много интересного и надеюсь, что в дальнейшем буду продолжать и узнавать больше. А вот еще один сотрудник Дома народного творчества, профессиональный скульптор Юсуп Цуров, преподает в мастерской декоративно-прикладного искусства в ДК Зязиков Юрта. Его ученики никогда не пропускают таких занятий. Уже есть своего рода, можно сказать, выпускники, которые уже по 2-3 месяца обучались, уже создали свое дело. Тоже производят сувениры, которые уже идут нашим туристам, которые приезжают в нашу республику. Дом народного творчества не только помогает развивать творчество в домах культуры республики, он и сам является оплотом искусства и культуры. Сегодня РДНТ курирует все ДК региона, оказывает методическую и практическую помощь в их деятельности, помогая популяризировать народное творчество благодаря национальным танцам, пению и декоративно-прикладному искусству. Работа наша заключается не только вот в оказании методической и практической помощи, нет. Мы также стараемся работать по поиску более талантливых, самодеятельных исполнителей, привлечение большего числа молодежи к занятию самодеятельным художественным творчеством. Ну, это и вокальное искусство, хореографическое искусство, театральное искусство и декоративно-прикладное искусство. История Дома народного творчества ведет свое начало с 1994 года. С тех пор прошло 25 лет. За этот период сделано немало. Работники РДНТ посвящают себя сохранению и популяризации традиций и обычаев ингушского народа и народов, проживающих в республике. Сегодня Дом народного творчества – центр досуга с огромным диапазоном работы. Будь то музыкальные и хореографические фестивали, смотры, конкурсы художественной самодеятельности ДК и семинары-практикумы. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.